Всем привет, ребят! Ну вот, наконец-то я выбил нового героя, и, соответственно, у меня появились затраты на выбивание, также затраты на донат, и, соответственно, мы сейчас заберем, по сути, бездонатного Некроса, о котором я уже рассказывал. Он обошелся в 160 тысяч самоцветов, то есть это самый идеальный, самый стопроцентный вариант на сегодня, что есть, чтобы получить его без донату. На русском сервере, к сожалению, таких акций пока нет, надеюсь, они скоро будут, поэтому обязательно копите сами 1200-250, и нету смысла трешевать в рулетке, не в рулетке, а в сундуках, там попытать свою удачу, там от 200 до 300, и то не факт, тут стопроцентно. Вот такая вот у нас акция была, забираем отсюда плюшки, как видите, за 8000. Ну, такое себе. Дальше уже за двадцатку, в принципе, коробочка, сет рун, отлично. Дальше 35 тысяч уже пошли рунки улучшения талантов и 50 сундучков. За 60 уже дают 20 осколков, топовую карту, топовый сундучок. Вот за 80 плюс 60 осколков, 10 рун, еще 2 топовых сундука. Ну и в итоге дают нам Некроса, пятый сет психощита, пятый сет, сейчас мы откроем, еще топовые сумки, сейчас просто будет топчик. Так, это мы все забрали, сейчас я посмотрю, что у меня там по осколкам творится, 52 осколка у нас есть, но это, ребята, не все. Перед тем, как мы сейчас будем открывать, мы еще позабираем другие акции. Так, это, по-моему, на покупку. Ну, это просто жесть. Обнова, конечно, интересная. Будем смотреть дальше, что будет. Все-таки... Так. Так. Это я забрал. Коробочку мы забрали. Забираем еще одну топовую карту с общей баназы. Очередной сет ремки пятой. У меня уже китайка затарена сетами тоже. Вот то, что мне надо было, сет воодушевления пятой. Ну, ребят... Еще один огнекрыл, это уже третий огнекрыл у меня на этом, на китайке. Это просто жесть, как здесь все удачно и быстро. Так, еще тут есть какая-то акция, сейчас мы глянем, что тут. Я уже не помню. А, тут растить, ну это, как видите, будет очень реально долго. Это я уже отдельно попрохожу, не буду записывать видос, но тут реально топовые плюшки. На Китае это тоже надо будет забрать. Я уже потом покажу, что я вытащил. Так, ладненько, забираем. Вот что я получил с обновы, грубо говоря. Какие топовые плюшки у нас получились. Сет гнева, сет воли, 3 улучшения руны. Там 20 осколков огнекрыла мы еще добавили. Так, плюшки... талантики. Ну, в общем, как видите, психощит, огнекрыл. Вот так вот. То есть, реально, китайка просто удивляет, насколько тут всего есть и насколько здесь интереснее играть. Кучу сетов пятых, как видите, забираем это все. Ну и побежали. Сейчас будем все открывать. Нового героя я уже постараюсь вам вечером запилить обзор на максималке. Потому что у меня сегодня у мамы день рождения, я решил забежать, показать вам контент, что нас ожидает, что будет. Так. 10 рун уже, конечно, у меня кристаллы, видите, да, сколько я героев переролил. Роллинги тоже будут отдельно. Ну, повторок навыбивали, анубисов навыбивали, там полный трэш творился. Вот у нас наконец-то огнекрыл еще появился. Так, окей. Давайте стартанем с этих карт. Не хочу я на китайке держать карты. Ну, такое себе. Тут должно что-то быть получше. Нифига. Поехали, третье. Бигфут. И Афина. Афин, конечно, у меня уже тоже тут дохренища. Мне что-то на них прет. И на Фрей. Так, отличненько.
Поехали дальше. Так, открываем обычный сундучок. Отлично. Так, три сундука сразу открываю. Жалко, они упали, синие кристаллы. Они очень здесь нужны. Так, еще два сета топовых. Блять, опять психощит пятый. Блять, вот это прет. Мне на основе вчера там упал пятый псих с этого сундука. И сегодня опять. Это просто жесть, ребят. Ну, это однозначно лайк. Смотрите. Вот так делаем. Оп, чик. Еще плюс два пятых психощита. Это просто огонь. Вот четвертые психощиты есть. Жесть, короче. Вот это кайф. Еще... А, не хватает. Что, нам не хватает места? Да, мы сейчас все увеличим. Не вопрос. А, пятый сет. Есть. А, так, гнев. Ну, это просто топовый аккаунт. Силу мы со временем прокачаем. Я не хочу спешить. Железная воля. Так. Все, тут четверочка осталась. Ремочка пятая обязательно открываем. Так, на бастион у нас места уже не хватает. Третья сета. Ну, в общем, жесть полная. Так, ну с этим мы разобрались. Давайте откроем сундуки лабиринта. Не хочет открывать. Ну, сейчас еще увеличим. Так, где наши сундуки? Вот такие вот плюшки бы всем, да, на бездонатных аккаунтах. Так, заклинательница. Три огнекрыла. Ну, это удача. Так, отличненько. Ну что, поехали дальше трешевать. Открываем. Давайте сразу 10. Бум, 45. Плюс 1. Да, плюс 1. Так, что у нас в итоге получилось? 3 у нас огнекрыла уже есть, ровно половина. Вот тут сейчас, конечно, интересно, за сколько мы соберем. Вот новый герой, просто я не знаю. Интересно будет посмотреть описание. Пока я так предварительно посмотрел, реально очень интересные характеристики, очень красиво смотрится. Видосы вы уже, думаю, увидели в действии. Поехали открывать. Запизделся, и что-то мне надо уже бежать. Так. Так, 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 секунду. Давайте, поехали. Тык. 20. Отличненько. 10. Да это, блядь, просто, ребята, это просто пиздец. Обязательно лепите лайки, блядь, делайте репосты. Это просто пиздец. Четвертый огнекрыл на китайке. На одном аккаунте. Вот это, блядь, жесть, ребят. Читер, короче. Вот просто читер. Делаем топ-контент. Просто пиздец. Ну, реально. Бля. Причем у него сейчас 12-й скилл открывается уже. Так, где там, блядь, эти осколки? Вот это огонь. Вот он, 231 осколок уже. Даже можно, в принципе, не фармить. Не фармить лабиринт. Так, отличненько. Отличненько, отличненько. Новый герой меня радует. Давайте ему сейчас какой-то талантик интересный выберем. Коробочки у нас есть. 13 коробок, 13 число, пятница, 13. Утекание, 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 утекание. Ну нет, однозначно нет. Так, не то. Не то. Каменная кожа. Каменная кожа, каменная кожа. Так, у меня основной огнекрыл с этим.
Один у нас стоит на просвете, ждет своего таланта. Бигфут есть. Не знаю, пока оставлю. Прокачаю нового героя уже на максималку. Думаю, вечером покажу вам, что он может в действии. Может, он будет реально очень крутой тащер. Об этом мы, думаю, скоро узнаем. Так, 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 160, что там? Не хватает. А там, по-моему, у меня ресурсов не хватает. Да, надо будет потом книжечки попродавать. В общем, ребят, вот так вот, такая вот обнова, такой вот топ-контент. Также мы собрали Некроса, надо его, кстати, тоже. Есть он там у нас? Да, вот Некрос, 320 осколков уже. Короче, вот так вот, многие там пишут, бля, это ты, короче, там заебал понтоваться, ребята, я не понтуюсь, понтуются дети, я играю в свое удовольствие и как бы стараюсь показать топовый контент и показать, что, куда, как качать, потому что есть возможность, у вас такой, у многих возможностей нету, поэтому не нравится, идите нахрен, нравится, лепите лайки, смотрите и поддерживайте канал. Все, всем удачи, всем... Не знаю, все ждем обновы, будем уже смотреть и таланты новые, возможно, повыпадают, потестирую. Вот так вот, ребят, это была Китака, всем пока.